Итак, что же с Шепардом? Родился на земле, но о родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице. Научился сам о себе заботиться. На Акузе он пережил гибель всего своего подразделения. Такие вещи не проходят без последствий для психики. Кто видел смерть товарищей, у того потом всю жизнь душа болит. Шепард умеет терпеть боль. Такой ли человек нам нужен, чтобы защитить галактику? Только такой человек и сможет ее защитить. Я приму решение. Трансляторы в режиме выходят на эфир.